Книга «Открытым оком», том 2, тема крещения, вопрос 626. Крещение все грехи снимает, но может ли священник давать епитимию до крещения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если оглашение продолжается от 3 до 5 лет, то эта душа находится под бдительным попечением церкви, и священник для урочевания может накладывать наказание. Есть даже специально оговоренная епитимия для оглашенных, падших в тяжкие грехи. Срок епитимии увеличится еще на 3 года. Неокесарийский собор, правило 5. Оглашенный, входящий в церковь и стоящий в чине оглашенных, облечен, быв во грехе, аще сопричислен, был преклоняющим колено, да низведется в разряд слушающих Писания, пристав от греха, аще же и пребывая между слушающими согрешит, да изгонится из церкви. Первый Вселенский собор, правило 14. Относительно оглашенных и отпадших угодно Святому Великому Собору, чтобы они 3 года только были между слушающими Писания, а потом молились соглашенными.